Қайырлы кеш, құрметті спорт сүйер қауым. Біз сіздерді Октагон 25 турнирінің салмақ өлшеу рәсімінде көруге шын жүректен қуаныштымыз. Дорогие дамы и господа, мы рады приветствовать вас на официальном взвешивании турнира «Октагон-25». 14 ноября в рамках турнира пройдут 15 поединков с участием бойцов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины и России. В главном бою ивента впервые в истории ММА Центральной Азии будет разыгран женский чемпионский титул. В главном поединке турнира встретятся спортсменки из Казахстана Максуда Джапарова и Анастасия Дюжикова. Итак, уважаемые друзья, мы переходим к официальной церемонии взвешивания турнира. Первая пара турнира. Приветствуем первую пару раннего карда. Бой в налегчайшем весе. Первым на весы приглашается Шерзод Шамсудинов из Узбекистана. Официальный вес бойца 57,2 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 57,2 килограмм. Следом приглашается его соперник в этом бою. Ермек Наурызбек из Казахстана. Официальный вес бойца 56,6 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 56,6 килограмм. Давайте обратим внимание на важный момент, дуэль взглядов перед завтрашней схваткой. Очень уверенно переглянулись соперники, бойцы. Мы желаем удачи в завтрашнем бою, пускай победит сильнейший. Сәттілік! Переходим ко второй паре турнира. Второй бой. Октагон 25. Бой в легчайшем весе. Первым на весы приглашается Сухропбек Атажанов из Узбекистана. Вес бойца 61,5 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 61,5 килограмм. Сразу же на весы приглашаем его соперника в завтрашней схватке. На весы приглашается Амирбек Сайдила из Кыргызстана. Официальный вес бойца 61,2 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 61,2 килограмм. Переходим к дуэли взглядов. Face to face, как его называют по-другому. Очень ответственный, важный момент перед самой схваткой. Мы желаем удачи бойцам в завтрашнем бою. Двигаемся дальше. Следующий бой пройдет в наилегчайшем весе. Это третья пара турнира. Первым на весы приглашается боец из Кыргызстана Рамазан Амуев. Официальный вес бойца 57,2 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 57,2 килограмм. Следом на весы приглашается его оппонент в этом бою Ахтылек Нагымет из Казахстана. Ахтектің ресми салмағы 57,1 килограмм. Официальный вес бойца 57,1 килограмм. Очень уверенно ребята смотрят друг на друга. Завтра будут искры в октагоне. Желаем удачи! Четвертая пара турнира. Бой в промежуточном весе. На весы приглашается Дьорбек Рузибоев из Узбекистана. Спортсмен на весах показывает 63,2 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 63,2 килограмм. На весы приглашается его соперник Аскар Жақсылықов из Казахстана.
Официальный вес бойца 63,2 килограмма. Спортшының ресми салмағы 63,2 килограмм. Следом та же самая процедура. Face to face. Дуэль взглядов. Мы также желаем удачи бойцам в завтрашней схватке. Пускай победит сильнейший. Сатлик. Переходим к пятой паре турнира «Октагон-25». Бой в промежуточном весе. На весы приглашается Тулебек Окенов из Казахстана. Официальный вес бойца 67 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 67 килограмм. Следом на весы приглашается его визави Али Абутали из Казахстана. Официальный вес спортсмена 67 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 67 килограмм. Переходим к дуэли взглядов. Очень важный и ответственный момент. Мы желаем удачи бойцам в завтрашней схватке. Сәттілік. Шестая пара турнира. Бой в наилегчайшем весе. На весы приглашается Шарзот Журакулов из Узбекистана. Боец на весах показывает 57 килограммов. Жаунгердің салмағы 57 килограмм. Следом на весы приглашается Алишер Абдулла из Казахстана. Вес спортсмена 57 килограммов. Жаунгердің салмағы 57 килограмм. С флагами своей страны вышли бойцы на взвешивание. Прямо сейчас они буквально уничтожают в дуэли взглядов друг друга. Мы желаем удачи в завтрашнем бою бойцам. Пускай в завтрашней схватке победит сильнейший. Мы двигаемся дальше. Седьмая пара турнира. Бой в промежуточном весе. Первым на весы приглашается Амантур Джейнишбеков из Кыргызстана. Официальный вес спортсмена 74,2 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 74,2 килограмм. Следом на весы приглашается его соперник в завтрашнем бою. Камал Тавлиев из Казахстана. Официальный вес бойца 74,4 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 74,4 килограмм. Давайте обратим внимание также на дуэль взглядов этих бойцов. Очень интересный бой нас ждет с вами завтра. А я напоминаю, что это бой в промежуточном весе. Желаем удачи бойцам. Мы двигаемся дальше. Восьмая пара турнира. Восьмой поединок турнира. Бой в промежуточном весе. На весы приглашается Ильёр Бахтияр Уулу из Кыргызстана. Официальный вес бойца 67,9 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 67,9 килограмм. Следом на весы приглашается Хамражан Алпатов из Казахстана. Вес спортсмена 67,9 килограммов. Жаунгердің ресми салмағы 67,9 килограмм. Ну и также давайте обратим внимание, насколько ребята заряжены к завтрашней схватке.
Удачи завтрашнем бою. Көп рахмет. Сәттілік. Уважаемые телезрители, переходим к главному карду турнира «Октагон-25». Девятая пара турнира. Бой в легчайшем весе. На весы первым приглашается Магомед Идрисов из России. Официальный вес бойца 61,6 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 61 бүтін 6 килограмм. На весы следом приглашается его соперник в завтрашней схватке. Темирлан Жумабек Улу из Кыргызстана. Официальный вес бойца 59,6 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 59 бүтін 6 килограмм. Очень уважительно пожали друг другу руки соперники, бойцы. И сейчас буквально готовы уничтожить друг друга в дуэли взглядов. Мы желаем удачи бойцам. Завтрашние схватки. Сәттілік. Итак, это 10-я пара турнира. Бой в тяжелом весе. На весы приглашается Алмаз Рахманбердиев из Казахстана. Официальный вес бойца 123 килограмма. Жауынгердің ресми салмағы 123 килограмм. Следом на весы приглашается его соперник завтрашней схватки. Боец из Казахстана. Айбек Ерметов. Вес спортсмена 103 килограмма. Жауынгердің салмағы 103 килограмм. Так, давайте обратим внимание. Очень интригующий момент. Дуэль взглядов перед завтрашней схваткой. Желаем удачи бойцам. Көп рахмет. Сәттілік сіздерге. Идем далее. Это 11-я пара турнира. Бой в промежуточном весе. На весы приглашается Шермурат Калилов из Кыргызстана. Вес бойца 68,6 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 68 бүтін 6 килограмм. Следом приглашается его соперник в этом бою. Руслан Серикпулов из Казахстана. Официальный вес бойца 72 килограмма. Жауынгердің ресми салмағы 70,2 килограмм. Боец выйдет на бой с желтой карточкой. Давайте обратим внимание, насколько креативно проходит дуэль взглядов. Да. Насколько креативно подготовился боец из Кыргызстана Шермурат Калилов к face-to-face. Мы желаем удачи бойцам. Итак, это 12-я пара турнира. Бой в промежуточном весе. На весы приглашается боец из Кыргызстана. Арсений Азамат Улу. Вес спортсмена 67,5 килограммов. Жауынгердің ресми салмағы 67 бүтін 5 килограмм. На весы приглашается его визави Самир Ахмедов из Казахстана. С поддержкой одноклубников выходит боец. На взвешивание официальный вес бойца 67,5 килограммов. Жауынгердің салмағы 67 бүтін 5 килограмм. Немного агрессивно подходит ребята к дуэли взглядов перед завтрашней схваткой. Самое главное уважение сказали друг другу бойцы перед завтрашней схваткой.
Они обещают показать шоу. Ну а мы станем свидетелями завтрашнего шоу в «Октагоне». Спасибо бойцам. Двигаемся дальше. Это 13-я пара турнира. 13-я пара турнира «Октагон-25». Бой в промежуточном весе. На весы приглашается первым Абдул-Азиз Сотволдиев из Узбекистана. Боец официально на весах показывает 75,2 килограмма. Жонгердің ресми салмағы 75,2 килограмм. Следом приглашается его соперник в завтрашней схватке. Еркебулан Тохтар из Казахстана. Жонгердің ресми салмағы 74,7 килограмм. Официальный вес бойца 74,7 килограммов. Ну и еще один важный момент. Это дуэль взглядов. Как я говорил ранее, face-to-face. Спортсмены пожелали удачи друг другу. Только уважение мы видим в их дуэли взглядов. Мы желаем удачи бойцам. Сатлик. Переходим к 14-й паре турнира. Переходим к со-главному бою вечера. Co-main event. Бой в среднем весе. На весы приглашается Машробжон Рузибоев из Узбекистана. Официальный вес бойца 81,4 килограмма. Жаунгердің ресми салмағы 81,4 килограмм. Следом приглашается его соперник в данном бою. Константин Линник из Украины. Встречаем. Официальный вес бойца 81,4 килограмма. Жонгердің ресми салмағы 81,4 килограмм. Ну и также процедура немаловажная. Это дуэль взглядов. Обратите внимание на брутальные взгляды соперников. Удачи, сәттілік. Итак, дорогие друзья, мы с вами подобрались к титульному бою, к титульной схватке. Это 15-я пара турнира. Главный бой вечера. Титульный поединок в наилегчайшем весе. Первый на весы приглашается Максуда Джапарова из Казахстана. Официальный вес спортсменки 55 килограммов. Спортшының ресми салмағы 55 килограмм. Итак, следом на весы приглашается ее соперница в завтрашней титульной схватке. Анастасия Дюжикова из Казахстана. Официальный вес спортсменки 54,7 килограммов. Спортшының ресми салмағы 54,7 килограмм. Давайте обратим внимание на дуэль взглядов в завтрашнем реванше, в долгожданном реванше в титульном бою. Насколько агрессивно спортсменки подошли к этому моменту. Завтра мы ждем шоу. Завтра мы ждем искры в октагоне. Мы желаем удачи. Без рукопожатия обошлись девчонки. Спасибо. Итак, дорогие друзья, спасибо, что присоединились к официальной церемонии взвешивания ивента. Турнир «Октагон-25» пройдет 14 ноября во Дворце спорта имени Балуан-Шолака и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале «Октагон ТВ», на сайте телеканала «Каспорт», на каналах «Prime Fight TV», Бокс ТВ, а также на спорт телеканала Узбекистан. Билеты доступны на сайте заказбилетов.кз и кассир.кз. Не пропустите. Хурметті телекөрермендер, қапы қалмаңыздар, өткізіп алмаңыздар.